Оказывается, интернет вылетел не у Артема, а у меня. В говно Билайн. Ненавижу Билайн. Билайн говно. Никогда не подписывайтесь на Билайн. Билайн полный отстой. ЕКНЕТ тоже говно. Все говно. Вообще говно. Используйте обычную связь. Называется два стаканчика и провод между ними. Да-да-да. Никогда не подводит. Подводит только тогда, когда вместо воздуха бетон. Артём, что это сейчас было? Какого хрена ты поехал в стену? Забей. Ты ничего не видел. Почему ты едешь там? Нам... Нет, правильно едешь. Нифига себе! Что было за езда по стенам? Артём, что такое? Хватит! Хватит! Артём, что такое? Какого хрена ты не можешь ехать по прямой? Я боюсь представить. Все. Артём, ты что? Спокойно, спокойно. Стал женщиной? Спокойно. Спокойно, сказал ты, взорвал тачку. А, понял. Я думаю, куда стрелять, пушка? Я вижу детальку. О, опять это. Ну ладно, я буду пропускать ее снова, ее слова, как слова настоящей женщины. А-а-а! Психокалик! Психикалик одно в флаконе. Ужас любого Картмана. В мире. Ух ты, нифига себе, что-то от него отлетело. А, да заткнись ты уже, а мне из-за этого не за тебя не слышно, что происходит в округе. Хватит истерить! Хватит истерить и читать мне нотации! Наконец-то! Видимо, кто-то ей показал это котиков. Че ты ржешь, ты ничего не слышал? Артём, знаешь, я-то вырежу, что было, что ты услышал, а как бы твой смех будет странно смотреться. Да, будет как-то глупо. Может, твой смех тоже вырезать, хотя не получится. Не, ну можно, конечно, ставить веселую музыку. Манихил, так, а ты взял, нет? Естественно. Черт, нет. Блин, было полное здоровье у тачки, не стало ни хрена, когда я врезался в бочку. Я не могу в рака попасть из ракетницы. Нет, ребятки. Блин, эти раки орут как этот. Как чужие. Велоцираптор. Да, скорее. Скорее, да, что-то я. А, да заткнись ты, тварь. Нашу тачку взорвали. Так что мы идем пешком. Да эти сволочи меня не хотят оставлять в покое. Я еще ни хрена не слышу из этой твари. Мне насрать, дура, в этой игре нет сюжета. Какой смысл в твоих записях? У нас тут игробаты. Блин, еще и цирк устроили, ё-моё. Охренеть. Бежим. Ух ты. Тут эти были. Как их? Ну, на которых лягушки-то... прыгают, которые еще на болоте растут. Чё опять смешно? Чё я не того сказал? Бля, я просто не понял, что ты имел в виду.
А, эти, кувшинки, во. Артём, ты что? Я сижу думаю, на что там лягушки садятся? Ну явно не на меня. Я, конечно, такой же прекрасный, что... Такой прекрасный, что на меня лягушки садятся только, но... Но всё-таки. Не стоит же так унижать себя. Сильно. Ну да. Да забыл. Ненавижу. Вот вам пушка. Жопа дактиль. Все, хватит. Хватит с вас. Я сегодня добрый. Я не буду стрелять в ваши трупы. И искать их, чтобы посадить в мой музей изнасилования. Надеюсь, эти уж мужики не зареспавнили. Нет, Артём! Почему Билайн это сделал? Почему он зареспавнился? А, Билайн тоже... Билайн тоже зареспавнился. Тут еще и качки появились откуда-то. Я ненавижу это местность. Какого хрена я застрял? Что меня... Меня что-то справа бьет, я не понимаю, что, но меня что-то справа бьет. Хотя справа никого нету. Свидание, психокарлик. Психокарлик. Может быть, это просто был совместный труд психа и карлика? Мы пробежим. Да я вот нашел электрический очиститель. А, хрен с ним. А все бегут, 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 бегут. А я насрал. Я не знаю, где туризм, но это просто правда. А еще, по-моему, после ребута игры, так это графика стала лучше выглядеть, или мне кажется? Или просто это я очки снял? Розовые. Главное теперь не наезжать на бочке. Как бы сейчас недалеко, так что можно, в принципе, пешком. Браток, качок, давай! Нет, голову сострелять, так он быстро выносится. Как бы очевидно. Вот. Куда ехать дальше? А, ну нам недалеко. Погоди, там ящичек еще есть. Да, я вижу. О, ну тут и пушка. Вынеси ее. Она сама меня вынесет сейчас. Я это сделал. Патриция Танис, я тебя официально ненавижу каждой клеточкой своего тела. И я дрался из-за какого-то говна. Я мамой клянусь не нажимал R, почему-то мне нажалось R вместо E. Офигительный у меня пистолет, конечно. Я ему только что башку разнес. Нет, Артём, я больше тебе не дам садиться за руль. Ты нас хорошо вез. Это просто было незабываемо. Тирик-тирик-тирик-тирик-тирик. А я объехал все. Я только не знаю, почему он вылез сейчас из-под меня. А, сюда? Да, сюда. Давай поближе. А не стреляй ты, хрен с ним. О, пульк! 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 Так, и где? А, еще один вижу. Еще один вижу. Еще один. Минус один. Так, вот она. Все, наконец-то. Эй, эй! Эй! Отстой. Так. Ну, я предлагаю задание сдать. Задание.
Ну, у нас как бы только... Может, это тоже выполнить. Найти Танис? Так надо ехать в другую локацию. Ну, погнали. Танис! Кто такая Танис? И где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? А, да заткнись ты! Чёртова Патриция! А, это она, что ли? Ну, я тогда пойду и по лицу надаю. Мне эти диалоги сделали женоненавистником. И давай еще вперед съездим, чтобы... Погоди, погоди. Вот этого убей. Я в полет отправил. Куда он улетел? Уже бред. Сходишь? Да. За ящиком. Постой, покарауль. Тут такой прекрасный вид. Особенно вот для этого человека, он, у него есть перманентный прекрасный вид. Базука! Зеленая. Mm-hmm. Ну, что ты. Ну, ё-моё, ну. Вот. Погнали. Надо только, наверное, вперед до чекпоинта, нет? Или там до чекпоинта? Может сначала до чекпоинта? Ну и ладно, хрен. Там, по-моему, та же локация. Не, ну там. Там не локация, там. Я помню это место, ладно. Ты как хочешь, я погнал до чекпоинта. А, тут есть чекпоинт, все окей. Но я помню, что тут полная жопа. И тут летают эти хренокрылы. Да, по-моему, да. Не-не-не, ты путаешь. Я помню, что она такая круговая, здесь можно спрыгнуть. Вот мы оттуда выйдем, да. Вот и эти рэки висят. Я помню это все. Ты чё мне, Артёш, говоришь, что это такая капец хрень? Не знаю, не особо. Блин, да какого хрена он так далеко и выкинул? Специально прыгнул, что он под себя и выкинул. О, господи. А я деньги буду собирать. Ааа. Это такое было у тебя, знаешь? А, такое грустное, такое. Ааа. Электропаука муравей! Медведева Путина Жириновский! Ой, у него. Ну, у него точно то же самое место, задница. Уязвимая. Я чувствую, что мой канал долго не продержится. Чё горишь? Я думаю, что мой канал долго не продержится. С такими антиполитическими... Может быть. Лозунгами. Думал, хочешь избавиться от политиков? Стреляй ему в жопу. Или подходи и бей его в жопу. Где ты, электропаука, муравей? Мы же его так избили. Сильно, сильно, больно, больно. Опа. Шоковый артефакт. Угу. Я поел! Я поел! Да блин, уродский рак. Я сразу до того, до здания. А, ну ни хрена себе не атаковали. Здесь арены. Ага. Охренеть. Как здесь живет дура? Тут у тебя птицы летают. Приструни их. Танис найдена. Невероятно, ты опознал фрагмент ключа от хранилища. Я хочу, чтобы... Я тебя подсобил уже. Я хочу, чтобы ты оставил это у меня. Мне нужно провести некоторые исследования. Когда-то у меня был один фрагмент. Теперь он на руках сумасшедшего Эрла вместе с моим нижним бельем. Тебе нравятся насекомые? Ты подбежал сюда. Вот это пушечка, которая кончилась. Так, все, я сдаю. Ты еще не встречался с этим бородатым придурком, сумасшедшим Эрлом? Он скрывается от меня на своей свалке к югу отсюда. Если я хочу увидеть его, то мне приходится прорывать ходы в его кучу отбросов. В любом случае, у меня у него есть фрагмент ключа от хранилища. Вместе с моим нижним бельем. Но об этом в другой раз. Просто верни артефакт. Я не знаю, о чем. Причем тут нижнее белье, но, наверное, они делали... она поспорила с ним на... Не знаю. На... Макдональдский набор для детей с игрушкой пони в комплекте в
короче, хрен его знает. Да какого черта тут прицел просто метает? Окей. Откуда ты летела, тварь? Сдохни. Убей себя об стену. Дэймит. Ха-ха. А куда тут дальше-то? Понял. Давай. Покажи класс. Показал. Да чтоб тебе. По-любому все как говно валяется. А, оранжевая снайперка, за которую я забрал. Жесть. И какая-нибудь вкусняшка еще, которую нужно 25 уровень. Ты дробовик, нет? Да нет, снайперка, говорю. Которой нужен 25 уровень, оранжевая. А, еще одна. Не-не-не. Просто оранжевая снайперка, которой нужен 25 уровень. Угу, а здесь что? А здесь, по-любому, говно какое-нибудь. Да сволочи, кто меня стреляет? Все сутал. Да я просто посмотрел, увидел, что говно, и не стал лутать. Оставил тебе. Вот такой вот я хороший мальчик. Неслыханная щедрость. Нет, я хотел сюда. Ну что, быстро телепортируемся или будем это путешественниками? Да лучше быстрее. Ты то, ты решил, чтобы я тебя быстро подвез, да? А я не буду. Угу. Вот такой сволочь. Вот я сволочь. Так, где тут fast travel? Travel fast. Так, это нет машины. Как там называется этот? А вот. Господи, на это было страшно смотреть. Прибежал псих и пытался со мной что-то сделать, пока я телепортируюсь. Интересно, а что делает человек, когда он находится между городами во время телепортации? Если с ним кто-нибудь другой летит, то там же может быть какое-нибудь телепортационное изнасилование. Новый вид преступности. Грабить друг друга во время телепортации.